Зашел в супермаркет 25 апреля 2022. Там допродают остатки, полки все пустые. И вот удивила чековая книжка. Придумали три разных вида для девушек, для мальчиков и для семей. И смотрите, тут такие вот жизнеутверждающие интересные вопросы. Отрывной чек, все как взрослые чековые книжки. Вот кому чековая книжка принадлежит, что ребенку оно действительно будет или подростку развивающее. И такие вопросы интересные, что имеет право залезать в чужие аккаунты и комментировать, не отвечать на вопросы, когда замуж, или не помнить даты рождения всех там членов семьи и дядей, тетей, которых никогда в жизни не видел. Ну, то есть, интересно сделано, рисунки, не быть для всей семьи медсестрой, когда ты медсестра. Вот такое все интересное, рисунки, видите, и задняя часть обложки красивая, чека. Довольно-таки я другие не стал книжки смотреть, так как в одной руке был пакет и плохое освещение, очень неудобно было. А так вот выйти с магазина, вы сейчас увидите пустые полки, это 16 гривен такая чековая книжка. Ну такая терпимая цена, эта сеть не поднимала цены даже в условиях военного положения. А так все полки пустые, люди заходят, посмотрят, вот еще наборы цветных карандашей остались, продавались. Но там тоже цена где-то 16 гривен за полосочку карандашей, дорого. А так все пусто. Вот так вот мы и переживаем вот этот период. Ну, может, будет вам бизнес-идея, что, видите, можно все придумать. Но я не знаю, насколько пользуются популярностью эти чековые книжки. Ну, тоже подумайте. Вы что-то можете другое придумать с такими цитатами, жизнеутверждающими, что психологическое состояние отдельно для девушек такие подготовить вопросы для мальчиков, подростков. Ну и для семей, даже для взрослых людей, чтобы они не разводились и все остальное. Что береги семью, помни о своем роде, о своей ответственности, ответственность перед детьми и так дальше. Надо делать такие буклеты, и кто-то семье подарит такой буклетик и семью чью-то сохранит.